историями тренера, которого знают почти все дети нашего района. Передов Олег Александрович родился в поселке Междуреченский 23 мая 1987 года. Окончил среднюю школу 11 классов в 2004 году. Занимался армейским рукопашным боем, раз еще в школе. Ушел в армию в 2005 году, военная часть 3468, город Снежинск, ВВ, МВД, оперативная часть специального назначения, должность стрелок, кормовой пункт. Уволен в запас 28 мая 2007 года, звание рядовой. С 2014 по 2015 год проходил службу по контракту в городе Екатеринбург в мотострелковой бригаде, должности разведчик-сапер. Период обучения с 2008 по 2011 год. Тюменский государственный нефтегазовый университет. Кроме того, получил образование учителя физической культуры в городе Алапаевск, Свердловская область. Алапаевский профессиональный педагогический колледж 2014 по 2019 год. Карьера. Работал в районном молодежном центре «Ориентир». Получив образование ученика, совмещал основную работу с работой тренера «Путерёв». С 2018 по 2020 год работал тренером «Путерёвки Кандинская». Именно он организовал и ведущий того, чтобы секция «Путерёв» существовала в «Путерёвке Кандинская». Разработал тренировочную программу, о которой сейчас преподает новый тренер. После был переведен в Белушинскую школу на подавательную физкультуру. Позже переведен в поселок Ягоды тренером по дзюдо. Во время каникул подрабатывал вожатым в лагере юбилейный. Окончательно вернувшись в поселок Медведческий, был мобилизован 27 сентября 2022 года. Проходил подготовку в учебном центре на базе ВДВ в городе Омск. После учебки был определен в военную часть 78-56-7, полк 13-07, 9-я рота 3-й батальон, позывной физрук. В ходе выполнения боевого задания 27 сентября 2023 года в районе Клишеевки пропал без вести. На связь не вышел до сих пор, дома у него осталось двое детей, жена и мама родственников, а также воспитанников, которых нетерпение жил Только приходи домой, битый, сшитый, но живой, перепачканный войной. Только приходи домой, только приходи домой, без звезды и со звездой, крики стихнут за спиной. Только приходи домой, только приходи домой.